Монополист, оставивший жителей Кибастуза без тепла, оштрафован. После внеплановой проверки на ТО и Кибастуз Энерго наложили штраф в размере 1 миллион тенге. По результатам расследования были определены причины технологических нарушений. Причиной явилось ошибочное включение персоналом химического цеха подпиточных насосов в связи с неверными показаниями манометра. В рамках расследования было составлено два административных протокола. Это штраф по статье 200 за нарушение правил технической эксплуатации электрических сетей и за непредоставление информации о произошедших технологических нарушениях. То есть два штрафа в рамках расследования. Это порядка 800 тысяч также после расследования нами также была проведена внеплановая проверка. В рамках внеплановой проверки также были определены нарушения, дано соответствующее предписание по устранению.